дружище. А, да, здорово, дружище. Ставь лайки. А, домой. Тогда попу подмой. А что там? Байкеры что-то встали с варейками, бляха. Который за площадку у нас помогает. И второй Дима. Дима у нас. А супермото нормально? Лучше намного. И веселее. Оп. О, я проехал это, офигеть просто. Тошню, блин, на мотоцикле, реально. В спорте тошниловку делаю. Стрёмный дядя на Вольво, да? Поэтому, когда вы тошните, вы тоже подвержены опасности. Прикольно так на мотике, да? Подъехал куда надо, парканулся, все в кайфец. Как всегда, все едут домой. Знаете такую шутку? Ты домой? Да, домой. Тогда попу подмой. Какая-то вообще детская шутка старая, не знаю, что я вспомнил сейчас. Что мне прикалывает, говорит, у тебя спрашивает, точно? Говорю, да, сочно. А главное, внимание на дорогу. Вообще такое интенсивное движение. Все что-то тормозят еще. Вот эти стрёмные места здесь часто не пропускают вас и просто могут снести. Хотя у вас главное. Байкеры что-то встали с варейками, бляха. Оу, блин. Привет, дружище. А, да, здорово, дружище. Ставь лайки. Не знаю, почему-то многим нравятся такие вот кадры, где бензинчик ты заливаешь. Я всегда заливаю полный бак. Это я в каждом видосе, наверное, говорю. Ну, не в каждом, почти в каждом. И цена бензина 1 литр евро 12 центов, почти что 13. Расход топлива в среднем где-то 7, если наваливать 10. Я советую только 98. Как там пилот сказал, мажоры только 98 занимают. Зацените, там джимхана происходит. Классная вещь, на мой взгляд. Улучшает ваши навыки. Но я еще не ездил. Офигенский мозг. КТМ. А чей КТМ? Привет. Привет. Это обезьянка, блин. А чей КТМ этот? Ты что, даешь что-то? Ну. А что, ну КТМ за рубль, а? А сколько кубов у КТМа? Нет, а? Сколько кубов у КТМа? 700, да?
Ну сколько ты на супермото едешь? Ну, четвертый, да. А до этого на спартах не ездил? И потом на супермото, да, перешел? И как? Как, мне нельзя спарты просто, и все. А супермото нормально? Лучше намного. И веселее. Mm-hmm. Можем любую дырку, любую жопу просто. По лестницам покататься, не? Вообще везде, да, где только хочешь. Mm-hmm. А спорт, блядь, и прямо, и все, блядь. А колеса же тоже можно переставить, ну, типа, на эти кроссовые, не? Сразу. Ну, я на этих полицейских. Нормально? Объемно. Интереснее. Я тоже уже 5 сезонов на спорте гоняю, думаю, когда-то на супермото перейти. Который за площадку у нас помогает. И второй Дима у нас. Это простая трасса, типа, считается? Это разотревочная трасса. Да, вы с нее начинаете, чтобы просто понять, как это... Мы так чуть-чуть, потому что мы поедем, нам ехать надо, мы просто подъехали сейчас посмотреть, а потом какой-нибудь день приедем. Да, то есть я еще могу рассказать, то есть тут вопрос техники, на разных мостах она разная, плюс еще индивидуально, да, какой мост твой личный, как... Ну да. Вот, сам факт, что многие приезжают, типа, и потом, а, нет, это меня. Это реально можно, и реально потом будешь доволен сам, да? Mm-hmm. То есть это как другой немножко мир, да? То есть есть скорость, по скорости закладывания, да, и здесь. Здесь получается телом в другую сторону работаете. Здесь так вот как. Ну все зависит тоже от скорости. Если чем больше скорость, тем, в принципе, у вас низкий центр тяжести, можно даже и свешиваться. Но не рекомендую поначалу и потренироваться. Ну, здесь это разогреть. Я вообще не помню, когда я по конусам ездил там. И аккуратно пробовать. Там тоже. Потом расскажу как. Вообще жесть, да? Где тут ехать? Туда? Не понимаю, что, короче, трассу, блин. Прикольно, задним тормозом. О, вот тут. О, оп, о, я проехал это, офигеть просто. Где тут ехать, я не понимаю. А, вот здесь, вот так надо. Чуваком поехал. Ой, что-то я разогнался. Что-то получается с легонца. Мне нравится, кстати. Джим Хана. Прикольная вещь. Особенно на спорте. Смотрите, на каком этом Харлее вообще бомба. Вот чувак дает, да? На любом моцике можно такие эти выкрутасы делать, насколько я понял. Кстати, это Харли. Ой, это не Харли, это Сузуки. Интрудер. А! Вот скорости нет и сразу труднее. Забивают руки. Капец, сыт Рокос, да, цвет? Цвет Рокос, блин, сыт. Понравилось. Только в следующий раз мы приедем, спасибо. Давай. А по каким дням было? Понедельник всегда 5. Понедельник всегда 5. Ну там в форуме, если что, информация, да? Вам спасибо. Да, пока. Вау!
ты досмотрел до конца, ты просто бомбический зритель, спасибо тебе. Если ты еще не подписался, то подпишись. А если не хочешь пропускать мои видосики, то нажми колокольчик обязательно, и ты не пропустишь ни одного стрима и ни одного нового видосика. Также подпишись, если ты еще не подписался, на игровой канал. Вот здесь можешь нажать или здесь. Инстаграм и группа ВКонтакте. Вот игровой канал, здесь я провожу стримы, общаюсь с подписчиками вживую. Мы играем в CS, в Dead by Daylight и разные игрульки. И наша группа ВКонтакте, здесь вся музыка, все видосики выкладываем здесь и под видосом музычка. Все, всем спасибо, покидос.